На мой взгляд, это кот. Люблю котов. А у вас есть кот? Да. Как зовут? Семен. Собака. Я просто люблю собак больше, чем кошек. Мне больше всего нравятся крысы, ну, конечно, домашние. Они милые. У нас была крыса, мы ее назвали Лизун. Она очень много ластилась к нам и была это светло-голубого окраса. Мне кажется, тигр или леопард. Я всех животных люблю, все животные очень красивые. Наверное, не знаю, киты. Большие такие, красивые, все время в воде. Или дельфин. Может, лев, потому что он такой... Ну, у него грива, он царь среди своих животных. Вот в Африке там лев. Мне кажется, вот в каждом каком-нибудь там континенте, там каждый свой главный животный. Кошка у меня, конечно, неотразимая, но любое животное по-своему красиво. Что дикое, что домашнее, собака, кошка, змея, слон, абсолютно любое.